надо отвечать. Ну, побеседовали. Она приняла решение стать путешествовать бесплатно. Приняла решение изменить свою жизнь. Говорит, у меня все есть в жизни. Я и путешествую. Но, говорит, чего-то все равно мне не хватает. А я поняла, общения не хватает женщине. Женщина все время сама свои дела одна, давным-давно не работает. Ни на кого, только на себя. И она принимает решение, сначала членом вошла, через месяц она принимает решение стать партнером, и с этого дня у нее рот не закрывался. Только может, если на ночь. Может, если на ночь, когда спит. Она все время с телефоном, она все время перед собой. И вы представляете, за неделю она 8 человек зарегистрировала. К ней пришли просто то, что она там говорит. А говорит она искренне. Отсюда, прям вот так вот, настолько искренне говорит. Я хочу тебе, ну, признание такое, потому что твой рост – это мой рост. Твой рост – это Ленин рост. Мы команда. Мы команда. Мы никак не можем по одному двигаться. Кто нас больше всего окружает в нашей жизни? Кошки, что ли? Или собаки? Люди, да? Или коровы? Или лошади? Все у них, у всех своя жизнь. Нас окружают люди. Нас люди окружают. К парикмахеру идем, к маникюру идем, к продавцу идем, к пассажиру в самолет садимся, к пассажиру в такси садимся. И вот тут мы тоже с вами. Люди нас окружают. И поэтому, если ты искренен, если твое внутреннее состояние и помыслы, они искренние, то мы очень полезны друг другу. Я хочу тебе сказать огромное спасибо. Это первое. А второе хочу, чтобы ты себя поблагодарила, что ты оставила вот ту жизнь, где суета, просто суета. А эта жизнь, ты такая сейчас полезная. Ты столько людей, семей посадила на лайнер. Они приедут, они у них другое ощущение. Они изменили свою жизнь, получается. У них сознание расширится. Они увидят столько красот, которые Бог создал, да, вот эту землю. И ты в этом причастна. Ты в этом виновата от того, что они стали счастливее. Супер, супер. Причинила им счастье. Причинила им счастье. Я так счастлива, что прям Всевышний свел меня с вами. Я когда первый раз ее видела, у меня в Инстаграме даже видела, видео выложила. Горлогаж, говорю, запишите. Меня трясло, колотило. Так, да. И вот так вот, я вот так вот стою, говорю, человек больше 100 стран мира. Вы представляете, вот эти глаза видели, 100 стран мира. Вот эти ноги прошли везде. Вы представляете, вы только подумайте. А Раиса спокойно вот так стала. Куда хочешь? Я начала метаться. Что делать? Куда я хочу? Что мне надо? Я ничего не верю. Она... Япония, Америка кричит, я вот так стою, представляете, у меня все это есть в Инстаграме, помните, Раиса Михайловна, меня молодец, вот так вот било, прям вот так.